Представитель азербайджанской преступности появился на свет в 1973 году в Баку, связав свою жизнь с криминальной стезей, что привело его к получению воровской короны. Церемония состоялась в Москве в 2000 году. Одним из крестных отцов Дадаша стал Вачика Шестипалой, младший брат Рудольфа Аганова, клан которого враждовал с Асланом Мусаяном, дедом Хасаном. В 2002 был осужден в Азербайджане на 1,5 года за хулиганство, регулярно посещал сходки и другие воровские мероприятия, неоднократно был задержан. В 2011 в Москве его вновь задержали, уже с наркотиками. За это суд приговорил его к 4 годам заключения. В 2015 был вновь осужден за попытку дать взятку на 11 месяцев, а в 2016 после своего освобождения был депортирован из Российской Федерации на родину, в Азербайджан. Однако он буквально сразу же отчалил из Баку в Стамбул. Ибрагимов как раз успел попасть на сходку, на которой законники Равшан Линкаранский и Хаджи Белаганский его раскрановали. Это событие стало для него настоящим ударом. В поездке Дадаша сопровождал его друг и коллега Акиф. Они вместе вылетели из Стамбула в Киев, где в аэропорту Борисполь Дадаш сначала зарезал своего друга, а затем нанес и себе несколько ударов в живот. По словам полицейских, они обратили на него внимание потому, что лицо у Ибрагимова было разбито, а сам он выглядел так, будто находится под воздействием наркотиков. Но стоило им только подойти к нему, как тот выхватил нож и поспешно стал наносить себе удары. Авторитета отвезли в местную больницу, но тот умер, так и не придя в сознание. Похоронили его в Абшероне.